Всем привет! У нас сегодня в меню будет плов в духовке. Мясо может быть любое. У меня сегодня будет курица. Посолили. Поперчили. Соль, перец по вкусу. Перец черный молотый. И обжариваем на сковородке до золотистого цвета. Обжаренное мясо складываю в утятницу на дно. В утятнице ничего нету. В эту же сковороду, где жарили мясо, добавляем немножко подсолнечного масла. Нарезанную морковь. Немного обжариваем морковь и добавляем лук, нарезанный кубиками. Тоже обжариваем. Пока морковь с луком обжаривается, добавляем почищенный чеснок зубчиками. И добавляю приправу для плова. Покупаем ее в магазине, так она и называется, приправа для плова. Лишь бы в составе была куркума. Добавила обжаренную морковь с луком. И теперь добавляю хорошо промытый рис. Рис должен быть длинненьким, и на упаковке написано «пропаренный». Далее добавила простой воды на сантиметр выше риса. Немного еще подсолила. Закрываю крышкой, но закрываю, чтобы была щель наискосок. И отправляем в разогретую духовку. Духовка у меня стоит на 200 градусов. Будет 1,5 часа готовиться плов. Ну вот, прошло 1,5 часа. Плов готов. Приятного всем аппетита!